Привет, привет. Я дома. Вот такой вот улов. 4 штучки. Думаю, пригодятся в дома всегда. И салфетки положу в ванну, в спальню. Не могу проснуться, потому что подушка оказалась такой потрясающей, что я не могу выспаться. Когда ложишься, ты только голову положил, и все, тебе уже удобно, и все, ты начинаешь расслабляться и засыпать. Вот два дня получается у меня эта подушка анатомическая. Возьму вторую обязательно, потому что я в восторге. Поставлю сейчас чайник. Надо что-то на завтра готовить. Кошаки едят. У нас опять холодно. Причем, по-моему, сейчас до -8 опускается. А я не могла выехать с работы. У меня примерзли колеса задние. Ну, колеса там, не знаю, что там примерзает. Короче, еду вперед, газую. А машина не едет. Вперед-назад, газую, а машина не едет. Вот так вот. И думаешь, а что делать? Хорошо, там был муж коллеги. Он меня подтолкнул. Ну, либо он подтолкнул, либо я медленнее стала ехать. Ну, короче, в итоге мне удалось выехать. Ой. Сейчас чайку долбанем. А что, чаек у меня только такой остался. А нет, есть еще. Сейчас надо что-нибудь готовить на завтра. Сейчас макароны. У меня там есть куриная грудка с овощами. Ну, сейчас что-нибудь, в общем, с вами придумаем. Пока начнем с чайка. Жарю макарончики сначала. Солюшка.
хорошенько нужно поджарить. Золотистый корочек. Золотистого цвета, конечно, корочки нету. Но, поверьте, вкус у макарончиков меняется. Они, в принципе, такие темненькие, потому что из цельнозерновой муки на них написано. А тут они еще, видите, поджариваются, такими становятся. Золотистыми. Так, сейчас пока здесь будет поджариваться, я порежу куриную грудку. Сняла макарончики. Можно, конечно, помельче, но уже оставлю как порезала. Пыталась в воскресенье сходить на аватар. А билетов нет. Мне коллега сказала, что она тоже пыталась. И тоже пришли без билетов, а билетов нету. Поэтому, наверное, надо заранее. Так, и овощи. Ну, сначала, наверное, вот это вот. Подшарится немножко. Mm-hmm.
всего овощи. Так, возвращаем сюда макарончики. Наверное, еще стаканчик, да? И все, накрываю крышечкой. И потом добавлю уже сюда специи. Не знаю даже какие, но, наверное... перчика. Все, пусть пока готовится. Так, вот такая красота. Я сюда, наверное, добавлю еще соевого соуса. Соевым соусом ничего не испортишь. Все, выключаем. Немножечко пусть настоится, стынет, и потом уже разложу по контейнерам. Хотела показать, что я тут в спальне наворотила. Наворотила, а не снимала уже не вчера. Так, что? Значит, здесь у меня а-ля тумбочка. Торшерик какой-нибудь куплю, лампочку какую-нибудь поставлю наверх. Там как-нибудь можно книги разместить. Что-то такое, зарядку для телефона. Тут у меня пока только декор. Как-то вот так. Что такое? Что это? Крестюш, что надо? Что надо? Любви и ласки, да? Любви и ласки надо. Все, пойдем. Ну, короче, вот как-то так пока. Пока как-то так.
вот такие вот дела. На этом со всеми попрощаюсь. Всем хорошего настроения, насколько это возможно. И пока-пока.